26 сентября в Пружанах на базе предприятия жилищно-коммунального хозяйства прошел выездной республиканский семинар «Учеба. День охраны труда» с участием заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Андрея Бекета. Основная цель проведения семинара – это ознакомление со структурой ЖКХ, анализ работы отрасли в райцентре, оценка действий работников Пружанского коммунального унитарного производственного предприятия «Коммунальник» в разных условиях, в том числе на ликвидации условной аварии, затем подведение результатов. В семинаре также приняли участие Юрий Михайловский, заместитель генерального директора Брестского областного унитарного предприятия управления ЖКХ, Сергей Гук, заместитель председателя Пружанского районного исполнительного комитета, Сергей Бобрук, директор Пружанского коммунального унитарного производственного предприятия «Коммунальник», Юрий Дорогокупец, председатель Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, а также заместители руководителей, инженеры и специалисты по охране труда, председатели и технические инспекторы труда, представляющие все областные центры Беларуси. Открытие выездного республиканского семинара «Учеба. День охраны труда» и доведение плана мероприятия до его участников прошло в Пружанском районном исполнительном комитете. Далее участники посетили объект показа Пружанского КУП «Коммунальник» по улице Заводской в городе Пружаны. Основными задачами на данном объекте стало выполнение правил по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей, а также выполнение типовой инструкции по охране труда при выполнении работ в ямкостных сооружениях и других инструкций, касающихся обучения, стажировки, проведения обязательных, внеочередных и предсменных медицинских осмотров работающих. На следующем объекте показа на улице Майской в городе Пружаны участники республиканского семинара учебы смогли ознакомиться с выполнением межотраслевых правил по охране труда при производстве работ по ремонту электрических сетей наружного освещения с использованием мобильных подъемных рабочих платформ, соблюдением требований типовой инструкции по охране труда для работающих в рабочей платформе мобильной подъемной рабочей платформы, требований безопасности при эксплуатации рабочих мобильных платформ и знанием правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Третий объект показа Пружанского коммунального унитарного производственного предприятия «Коммунальник» находился на улице Дачной в агрогородке Леново-Пружанского района. Целью показа стала отработка аварийной ситуации при отключении электроснабжения на газовой модульной котельной и подключении автономного источника электроснабжения, в ходе выполнения которых уделялось внимание знанию правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, а также выполнению инструкций по обучению и стажировке, инструктажу и проверке знаний
знаний работающих по охране труда. Также на данном объекте показа была отработана внеплановая вводная по выходу из строя котлов на котельные агрогородка с последующим подключением модульной передвижной котельной коммунального унитарного производственного предприятия «Брестское котельное хозяйство». С поставленной задачей работники коммунального хозяйства справились. В рамках республиканского семинара мероприятия «Дня охраны труда» организации жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, которая проводится сегодня в городе Пожаны, было продемонстрировано ряд направлений деятельности жилищного хозяйства. Это объекты водопровода, коммуникационного хозяйства, теплового хозяйства и обслуживания жилищного фонда, который показывает в целом уровень организации, проведения мероприятий, как ликвидации наших аварийных ситуаций, предприятие готово, так и оказывается уровень подготовки организации жилищно-коммунального хозяйства в части охраны труда. Это и оснащение средствами индивидуальной защиты, нашей спецодежды и так далее. В целом город показывает себя с прекрасной стороны. Это очень благоустроенный, комфортный город, в котором созданы все условия для комфортного проживания жителей нашей республики. Но в рамках подготовки данного мероприятия хотелось бы сказать спасибо за достойный уровень подготовки, которому есть чему поучиться даже у больших городов республики. В ходе проведения мероприятия участники семинара ознакомились с достопримечательностями Пружан и посетили музей, усадьбу Пружанский палацик. В Пружанах проходит очередной выездной день охраны труда, где, опять же, мы поднимаем вопросы соблюдения охраны труда. Уже несколько объектов мы посмотрели. Это электрогазификация, это спускание людей в колодец, как соблюдаются меры по охране труда. И еще раз заострить внимание для того, чтобы все-таки умный человек учился на чужих ошибках, чтобы в дальнейшем не допускали подобное. Я хочу сказать, что практика, наверное, единственное наше министерство практикует такие мероприятия. И поочередно мы участвуем, практически бываем во всех регионах нашей республики предприятий. Понятно, что тема охраны труда, она актуальная. Я считаю, то, что вот мы увидели по организации работы, это можно снимать фильм и показывать как учебное пособие. То есть тема охраны труда, она вечна. Участники выездного республиканского семинара «Учеба. День охраны труда» почтили память жертв сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику сожженным деревням в Пружанах. Подведение итогов мероприятия прошло на пленарном заседании в Пружанском городском дворце культуры.